Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в гипермаркете низких цен «Светофор». Это магазин «Маяк» по адресу город Ульяновск, проспект Созидателей, 116. Посмотрим новинки ассортимент. В продаже появились новые кухонные столы. Это стол «Лофт», он на металлокаркасе со столешницей из ОДСП. Крепеж идет в комплекте. Цвет в наличии вот только такой. Размеры 100 на 60 на 75 сантиметров. Изготовитель «Россия», город Новосибирск. Цвет называется «Дуб». Стоимость 3076 рублей. Также в наличии есть интерьерные стулья с высокой спинкой, сиденье здесь из эко-кожи, сам стул на металлокаркасе. Цвет черный, стоимость 1137 рублей, производитель Россия. Следующая новинка – это напольная сушилка для белья. Она складная, с распашными створками, в наличии только черного цвета. Эта сушилка с максимальной нагрузкой 15 кг, длина сушильного полотна 18 метров и размер ее 166 на 53 на 87 сантиметров. Изготовитель город Москва, цена 793 рубля. Также в наличии появилась еще одна новинка, очень классная, это коврики. Называются они 3D с низким ворсом, они прям такие гладенькие. С обратной стороны антискользящее покрытие. Размер этого ковра 80 на 120 сантиметров, в составе 100% полиэстер. Изготовитель страна Китай. Также они здесь в ассортименте. Здесь, по-моему, 3 или 4 вида. Красивые ковры, симпатичные, смотрятся приятно. Хоть что-то новенькое. Стоимость 950 рублей. А еще здесь есть большие ковры размером 140 на 200 сантиметров. Ковер называется «Шеги». Есть как с рисунком, так и однотонные ковры. Производитель «Россия», цена 3704 рубля. Следующая новинка – это складные туристические стульчики. Они прям такие милипуперные, очень маленькие. Стульчик складной, без спинки. Максимальная нагрузка 70 кг, размер 20,5 на 24,5 на 26 см. Ткань полиэстер и металлический корпус. Цена 283 рубля. Также есть складные туристические столики производства Китая. Они белого цвета, цена 1263. А это гамак полотняный от торговой марки «Экос Кемпинг». Размер гамака 200 на 100 сантиметров, материал поликатон, максимальная нагрузка 100 кг. В комплекте идет чехол для хранения и переноски. Цвет только такой в наличии, стоимость 607 рублей. А еще здесь есть вот такие пляжные зонты, яркие, оранжевого цвета. Также не только оранжевые, есть еще вот в полосочку бело-желтую. Эти зонты со складной штангой. Внутри все находится. Штанга длиной 170 сантиметров, материал полиэстер, металл и пластмасса. Купол диаметром 145 сантиметров, всего 6 секций. Изготовитель Китай. Классные зонтики, стоимость 432 рубля. Следующая новинка – это палатка самораскладывающаяся на 2 человека. Рассчитана она, ткань здесь полиэстер. Цена 1700 рублей. По цвету есть синие и зеленые, еще есть производитель Китай. Надувные матрасы двухместные, флакированные, размером 203 на 152 на 22 сантиметра. В упаковочке идет только матрас, насоса в комплекте нет, стоимость 1929 рублей. А насосы в продаже есть только велосипедные. Очень легкий такой насос с насадкой в комплекте. Универсальная головка, здесь материал алюминия и пластмасса. Производитель Китай. Цвет голубой, стоимость 175 рублей. Набор для игры в бадминтон. Здесь две ракетки в наборе и один валанчик. Цвет есть синий и черный. Производитель торговая марка «Экос», Китай, цена 220 рублей. Смотрите-ка, что я здесь еще увидела. Это огромная бутылка-бак спортивная для воды. Торговая марка «Экос». Легкая, темного цвета, тонированная она. Так, объем 2,2 литра. Нельзя использовать с горячими жидкостями. Производитель Китай. Стоимость такой бутылки 394 рубля. В продаже есть самоклеющиеся панели с дизайном кирпичики. Размер панели 70 на 77 сантиметров. Стоимость 148 рублей за штуку. Цвет только коричневый. Следующая новинка — это швабра отжимная от торговой марки Apollo. Она идет в комплекте с насадкой из микрофибры. Цвет очень приятный. Так, предназначена для влажной уборки, имеется система отжима без контакта с руками,
Также есть водосгон на швабре, насадка из микрофибры, подходит для ламината, кафеля и плитки. Классная швабра, размер ее 35 на 12 сантиметров, а высота 125 сантиметров, ручка телескопическая, производитель Китай, цена 498. Также есть веники соргу, скольки прошивные, не скажу, не знаю, производство Россия, очень жидкие, стоимость 108 рублей. Также есть корзины для белья объемом 50 литров, два цвета в наличии, она с крышкой и с ручками, цена 615 рублей. А еще есть корзины ажурные, коричневого цвета, они тоже с крышкой и с ручками, объем 48 литров. Производитель России, цена 452. Плетеная корзина для хранения, называется «Лен», она с крышкой и с ручками, объем 35 литров, наличие два цвета, цена 563 рубля, производитель России. А еще привезли вот такие контейнеры с крышкой для пищевых продуктов. Объем 2,5 литра, в составе полипропилен, называется «Прованс», цена 54. А это уже целый набор контейнеров, называется «Прованс». В наборе 3 контейнера квадратных, все они одинакового объема, 1 литр. Контейнеры с крышками в составе полипропилен, цена 99. Скоро майские праздники, и вот эта новинка прям как никогда кстати. Набор посуды для пикника, называется «Семейный». Здесь 23 предмета на 4 персоны. Есть все, что нужно взять с собой на природу. В составе полипропилен, цвет идет комбинированный, изготовитель России. Очень приятная расцветочка. Стоимость 443 рубля. Еще один набор контейнеров «Прованс». Здесь уже 4 контейнера с крышками в составе полипропилен. Объемы контейнеров разные. Стоимость набора 147,50. Крем-мыло для рук народное. Есть с ароматом персик и есть роза. Объем 1000 мл. Стоимость 116,90. Есть еще один вариант жидкого мыла с маслом оливы, торговая марка Дуру. Здесь тоже 1000 мл, производитель Турция, но разлито здесь, в России, в Воронеже. Стоимость 133,90. В продаже появилось новое средство для мытья пола с ароматом сочный грейпфрут. 1100 мл, легко очищает, не требует смывания, не оставляет разводов, ароматизирует, не содержит хлор. И еще это средство гипоаллергенное. Производитель Россия, стоимость 72 рубля. Еще есть новое средство для чистки унитаза Harpic Power Plus. Удаляет известковый налет и ржавчину. Аромат лимонная свежесть. Объем здесь 700 мл, стоимость 159 рублей. А еще есть новое средство для мытья посуды Миф Алоэ Вера. Очень большая выгодная упаковочка. Здесь объем 1 литр, изготовитель Россия, цена 144. Следующая новинка – это таблетки для посудомоечных машин торговой марки Финиш. В упаковке здесь 60 штук, цена 1000 рублей.